Нормально? Ну да, я на цепи. Реви Байтинка, Пинки Бэй, рефери в дебауте, Рин Бэй, Дженнифер Хаггинс, Канада. Судьи Байтинка, джеджес в дебауте, Монголия, Чайнис Тайпай, Ирланд, Словакия, Гватемала. Round two.
подыши. Надо ли левую, где-то она провалится. Вот через встречу, через уклон. Вот хорошо, концовку видел, как пробило? Вот так вот, на свободно, ручки, когда летят, все отлично получается. Как ее дернул, так дерни ее и клей, дерни и клей. Работа, последний раунд, да.
Ladies and gentlemen, the winner of this bout on points is the boxer from the red corner, Дина Жоламан, representing Kazakhstan. Дамы и господа, победу в этом поединке решением судей одержала боксер из красного угла, Дина Жоламан, представляющая Казахстан. Дамы и господа, внимание! Судейское решение поединка под номером 135 на линии А. В связи с неявкой оппонента, победа в этом поединке присуждается боксеру из Австралии, Антонии Константополу. Ladies and gentlemen, the winner of the bout number 135 in the ring game, in case of walkover of the opponent, the boxer from Australia, Antonia Constantopoulou. And now we proceed to the bout number 136. Ladies and gentlemen, in the ring, bout number 136, and the women's light.